мышонок мой маленький. Будем елочку собирать. Посмотри, что там есть. Какой цвет? Что там есть еще? Мама. Да? Мама. Ленточки. Ну что ж, давай собирать елочку. Давай. Сама откроешь? Нет. Тебе помочь? Давай вместе открывать. Я его мамой крутила. Надо разрезать весь скотч, и оттуда появится елочка. Елочка? Вот так. Ух ты, подставка. А что еще там есть? Шарку. Будем собирать? Смотри, Алиса. Алиса, она выше тебя ростом. Туда надо поставить? Вот так? Елочки. Где самые большие веточки? Да. Давай по одной будем. Первый слой готов. Надо их теперь распушить. Они будут тогда красивее смотреться. Собираем следующий слой. Красивая? Давай еще сделаем больше. Давай будем вместе вешать на елочку игрушки. Вешаем. Смотри так. Опа! Повешала? Молодец. Еще. Еще давай. Может, золотой? Молодец. Давай еще вешай. Золотой. Еще. Еще? Еще бери. Сюда. Папа. Папа? Хорошо, я уберу. Что там еще есть? Кто это? Покажи. Еще это. Ты, какая красота. Куда ты ее повешаешь? Помочь? Повешала. Как красиво. Еще. Давай еще. Два. Ух ты. Вешай. Шишечка. Да. Еще. 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 Где куколка? Покажи. Ух ты, какая красивая. Маша? Маша. Тюп-тюп. Тюп-тюп. Ты моя хорошая. Тюп-тюп. Ты повешаешь ее на елочку? Вешай. Алиса, смотри, что тут еще есть в коробочке. Вставай. Мама, в праздничном колпачке. Нет. Тебе? Гномик маленький. Красотулечка! Кто за масочкой скрывается? Да. Ты! Нет. Синий? Алиса больше всех цветов любит синий. Красный. Ой, какие бусики. А как мы их распутаем?